Здравствуйте, дорогие друзья! В этом видео вы узнаете, что люди готовы сделать за 1 гривну! За 1 гривну? Берете расследование! За 1000 гривен? Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Red Blue, и в этом видео вы узнаете, мы вам покажем, что же люди готовы сделать за 1 гривну. Поехали! Здравствуйте! Один вопрос, пожалуйста. Очень быстрый, 30 секунд. Здравствуйте! Стойте! Да стойте! Да стойте! Там надо, надо. Якце не надо. Никто не хочет, чтобы вы, например, сейчас сделали за 1 гривну. За 1 гривну? Да. Не знаю. Я, в принципе, гривна особо не нужна, поэтому не знаю. Но все же. Надо подпрыгнуть можно. Женечка сейчас готова подпрыгнуть ради 1 гривны. Итак, ну, прям друзья, не ради 1 гривны. Ну, не ради 1, но за 1. Итак, друзья, специально для вас прыжок от Женечки. Пу! Супер, это было просто великолепно. Итак, тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун-тун. Спасибо вам за участие, хорошее настроение. Молодой человек, один вопрос. Молодой человек. Да шо ж не, шо значит не, шо. Ребят, здравствуйте. Один вопрос, пожалуйста. Да шо ж значит не, шо не. Да шо не, один вопрос, ребят. Дякую, мы не хотим. Да что значит, дякую, не хочу. Спасибо, ребят, извините. И вот у нас впереди один континент. Здравствуйте, можно один вопрос? У нас телеканал Red Blue называется. Мы видео снимаем на YouTube. И спрашиваем у людей, что люди сейчас готовы сделать за 1 гривну. Ничего. Ничего? Ничего. Вы считаете ничего? Даже нагнулся не надо. Вы бы ничего не сделали? Может, стих рассказали бы какой-то? Нет. Четверостишие? Нет. Ничего вообще. Ничего вообще. Хорошего дня. Ленивый падла, блядь. Лениво падла, блядь. Здравствуйте, девчонки. Программа Red Blue у нас на YouTube. Итак, у нас вопрос. Что сейчас люди готовы сделать за 1 гривну? Ничего. Ничего, да. Ничего. Почему? Нам не нужны деньги. Много. Не знаю, как ты, мы бедные студенты. Сделайте что-нибудь, мы вам дадим денежку. Девушки готовы дать 5 за 1 гривну? Дать. Студию гривну. Смотрите, как легко денежка заработать. Хорошего дня. Передайте привет подписчикам. Маме привет. Да, передаю привет. Маме, подписчикам, папе, брату, зятю, тете, да. Кому хотите. Привет. Спасибо, спасибо. Привет. Итак, только что на ваших глазах произошла сенсация. Эти 3 подруги дали 5 друг другу за 1 гривну. Итак, мы продолжаем свою терепель. Мы продолжаем, в общем, да. Мы продолжаем. Поехали! И у нас впереди есть один человек, который наверняка что-то сделает за 1 гривну. Сейчас мы у него спросим. Здравствуйте, молодой человек. У нас телепередача. Очень приятно. Здравствуйте. Очень приятно. Не надо меня отвлекать. Микола. Мы не снимаем, мы это просто для... Мы тренируемся. Как вы считаете, что сейчас люди готовы сделать за 1 гривну? За 1 гривню? Я вам сказал, что купите бутылку водки, мне шукают. Купить бутылку водки? Да, это не на вокзале, я бачу. Ну, там хибают и так дальше. Друзья, сенсация! Сейчас водка по 1 гривне. Кто любит бухануть, все бегом на вокзал, там распродажа по 1 гривне водка. Есть, продаю там. Итак, мы разыгрываем 1 гривну, вы можете сделать что-нибудь, и мы вам вручаем гривну. Выбачайте, у меня гроши есть, так дальше. Человек с деньгами, в деньгах не нуждается. Итак, ребята... Зацепился микрофоном, мы продолжаем. Здравствуйте! Поехали! Что же сегодня будут делать люди за 1 гривну? Вам интересно, мне тоже, тогда поехали! Что бы вы могли сделать сейчас за 1 гривну? Покурить вашу сигарету. Пожертвовать ее на благотворительность. А где моя сигарета?
Вы хотите сигарету? Нет, у меня есть. Замечательно. Пожертвовать на благотворительность. Одну, да, вот. В Франции. Хорошо, да. Сделайте что-нибудь, мы вам даем 1 гривну, и вы жертвуете ее на благотворительность. Либо что, поднять девушку на руки. А, пожалуйста. Рассказать стих, что... И так. Внимание, за 1 гривну поднял свою подругу на руки. Солнце, день чудесный. Еще и стих. Итак, ребята, вы заработали. Держи. Гривны, спасибо. Можешь опускать. Все, спасибо. Здравствуйте. И скажите, пожалуйста, вы по-русски говорите? I don't know, motherfucker. Да, конечно. Что бы вы сделали сейчас за 1 гривну? Даже не знаю. Могу отжать. Сколько раз? Раз 10. Красавчик. Итак, внимание, друзья, он перед нами герой Денис. Итак, Денис, давайте подержу или положите. Впервые на канале Red Blue у нас большой подвиг. Денис Денчик отжимается 10 раз. Поехали! Раз. Десять! Вот это красавчик, Денчик, красавчик! Вы видели, что сделал этот человек за 1 гривну, а вы думаете, это нереально? Вполне реально. Итак, Денис, ваш торжественный приз. Спасибо большое за участие. Хорошего дня. На что бы вы согласились за 1 гривну? Улыбнуться. Девушка дарит свою улыбку за 1 гривну. Видите, как сейчас выгодно улыбаться? О, класс! Итак, друзья, сейчас мы спросим у этой начитанной девушки, на что она готова ради 1 гривны. Девушка. Здравствуйте. Здравствуйте. Девушка, один вопросик к вам, пожалуйста. Один элементарный вопрос. Элементарный. Не, можно мне, пожалуйста, не снимать? Не снимать. Хорошо. Да. Здравствуйте. Здравствуйте! Компания Red Blue, телеканал у нас, канал на Ютубе. Всем привет! Здравствуйте! Что люди могут сделать сейчас за 1 гривну? Сосочлен. Оказывается, даже это люди могут за 1 гривну, ребята. Валентин! Итак, здравствуйте! А мы продолжаем, девчонки. Нет, спасибо, нам уже предлагали. Один вопрос. Нет, спасибо. Вопрос один. Здравствуйте, один вопрос. Что можете сделать сейчас за 1 гривну? Можем с вами попрощаться. До свидания. До свидания. Гривасик. Если вы не знаете, как попрощаться, просто дайте 1 гривну и вас... Нет, спасибо, нет, не нужно. Да держите. Ну просто возьмите и все. Ребята, здравствуйте. Один вопрос, пожалуйста. Спасибо. Здравствуйте. Чего они не здороваются? Итак, дорогие друзья, специально для вас, подписчики и не подписчики, все, кто сейчас смотрит, воздушный поцелуй от... Наташа. От Наташи. Наташа, пожалуйста. Вы бы могли потушить свою сигарету за 1 гривну? За 1 не хочу. А за сколько? За 1000. За 1000 гривен? За 1000 гривен. Моя сестра готова за 1 гривню собрать ведро шишек маме. Ведро шишек? Да. Ребята, ведро шишек. Держите гривну, передайте сестре, пусть соберет маме ведро шишек. Ого, хорошо. Спасибо, она обрадуется. Привет подписчикам, какого неизвестного канала. Давайте на вас Red подпишемся. Red Blue. Это как Америка и Советский Союз? Наподобие. Хорошего настроения, классного дня. Да. Переходите, подписывайтесь, ставьте лайки, нажимайте колокольчики. Спасибо за комментарии и напишите, что бы вы сделали за 1 гривну. Всем пока, хорошего настроения.